Привет! Всем привет! Вы на канале в гостях Оли и Егора. Мы сегодня будем делать свинку Пеппу. Свинку? О, как свинка Пеппа говорит? Ничего себе! Из чего вы будете делать свинку? Лили у меня там. А, у тебя еще Лили будет помогать и смотреть за вами, да? Это что у вас? Умная из, это, из серии «Умная мозаика», да? Помнишь? «Умная мозаика», свинка Пеппа. Ага, помнишь, мы делали Эльзу? Да. Тоже. Но я говорю, ладно, но... Аппликация из серии «Умная мозаика», да, свинка Пеппа. Помнишь, папа, мы делали Эльзу? Я говорю, ладно, Эльза, я говорю, Эльза. Но потом мама сказала, что ее все-таки звали Эльза. Ну вот. Вот Алиса выиграла. Алиса выиграла, да. Так, а что ты там зеркало открыла, чтобы у тебя Лили посмотрела? Угу. Зеркало, да? Лили красивая у тебя? Так, Алиса прическу Лили сделала? Да? Так, ну вот туда будете смотреть. Хочу. Так, ну-ка. Егор сейчас откроет, а ты будешь распечатывать, Алиса, да? Так, там глазки, смотрите, выпали. А то потеряется один глазик и еще. Алиса, осторожненько. Вот где второй глаз. Так, ну давайте глазки сначала приклейте. Чтобы не потерялись. Склеились. Склеились? Я сделала пленочку. Алиса, ну-ка покажи это, чтобы покажи зеркало Лили, чтобы она посмотрела, какая она красивая. Она видит, да, что она красивая, да? Да. Видит себя? Да. А что она умеет, Лили, у тебя делать? Петь песенки всякие там. Нет, какая-то. Ой, привет, Лили. Ой, что это она делает? Шевелится. А она щекотки боится, что ли? Да. Я не сделала такую прическу. Алиса сделала Лили такую прическу, да? Алиска, что дальше? Так, ну Егор, говори, что Алисе делать? Мамочка, ты моя лучшая подруга. Вот, Алиса, ты давай тогда вот эти вот квадратики отлепляй и делай квадратики так, сама, а да? А вот это вот куда? А вот цветочек один? Ну вот, смотри. Вот это сюда, вот она обозначена такими яркими. А, так, нет, это только... яблочко. Яблочко? Так тут да. Только три. А вот. Вот это вот сюда. Да. Так, ну цветочки я уже... Так, Алиса, что ты делаешь? Нет, синенькие, это вон квадратики, посередине. А вот. Я нашел куда вот эти вот надо. Их надо вот сюда вот. Середину цветочка. Алиса синенькие делает, да? Да. А я мячики. А мячики? Да. А Егор что делаешь? Я... А, ты делаешь цветочки посередине. У меня получилось. Молодец. А это кто, свинка Пеппа или братец Джордж? Нет, Пеппа. Пеппа? Как она говорит? Здорово. А кто еще в семье свинки Пеппы есть? Джордж. Джордж тоже так же говорит? А еще? Мама свинка. Мама свинка, а папа? Да. Так же. Вот так вот он говорит. Так, а вы вот это вот желтое-то? А вот, на солнышко. Нет, сначала... Ну что тут вот кружу? А кто там еще, Алиса, есть в этом мультике про свинку Пеппа? Не знаю. Не знаешь? Нет. Ты уже давно не смотрела этот мультик? Да, я уже давно не смотрела, уже где-то полгода. Да, Алиса? Да. Надо его пересмотреть срочно, а то ты уже забыла всех персонажей. Помнишь только четырех? А да? Ты еще там был щенок Дэнни. Кто был там? Щенок Дэнни. И кролик Ребекка. Вот. Кролик Ребекка? Да. Это тоже из этого мультика, что ли? Прыг-прыг он был. А, он был прыг-прыг? Да. Он прыгал и прыгал. Да. Точнее, она прыгала и прыгала. Кролик это она, что ли? Да. Это девочка была, кролик? Да. Подружка. Ребекка, она, да? Да, и маленький малыш у Ребекка был. И маленький малыш? Да, у Ребекка был маленький малыш. Здорово. Да. Ну что там, как у вас дела двигаются? Хорошо. Хорошо? Да. Алиса, что ты еще расскажешь про мультик, про свинку Пеппу? Там было еще... Например... Например, кто там еще был? Дедушка Свин. Дедушка Свин?
Да. А что он делал там, дедушка Свин? Спал. Спал? Все время спал? Да. А внукам он подарки дарил? Свинке Пеппе и братику Джорджу? Да. И... Да? Да, он дарил ему машинку бум-бум. Да? Да. А это он Джорджу, наверное, дарил машинку. А свинке Пеппе что он дарил? Куклу, которая... Так, он нифига. Куклу дарил? Да. А потом он подарил и опять спать лег, да? Дедушка старенький, наверное, он все время спать хочет. Нет. Нет, молодой дедушка? Да. Интересно. Сейчас. Что там у Алисы? Блестящие пальчики. Блестящие пальчики? Алиса сейчас будет у нас блестящая вся, да? У меня белые пальчики. У Егора белые пальчики. А Егор что делает? Мне уже надоело синими. Да, я хотела теперь уже с красными. А красными, подожди, сейчас Егор тебе покажет, куда красный. А, красные это вот бусинки на шею. Ну, делай бусинки. Да, Егор, туда, на шею? Да. Ну вот, делай тогда красные. Алиса сразу вот тут все вот делала. Алисе уже красные, это синим надоело. Да, теперь я рисую красный. Теперь красный. Ну-ка, а давай по-английски цвета повторим. Красный как по-английски? Red. А, Алиса? Нет. Не хочешь? Ну почему? Ребятки же хотят услышать, как по-английски разные цвета. Они тоже хотят с тобой английский язык учить? Не хочу. Не хочешь? Что, ты сегодня не в настроении, что ли, английские слова говорить? Что такое? На меду. Егор дул? Да, дул ветер. Ветер дул? Да. Но никак не я. Ветер с моря дул? Да. Но никак не я дул. Так, Алиса бусинки делает свинке Пеппе, да? Сейчас это, наверное, дедушка тоже подарил бусы свинке, да? Да. И еще свинка Пеппа была, одевала мамину шляпу и мамино платье. Да? Да. А куда это она собиралась в мамином платье и в маминой шляпе? На улицу. Танцевать. Танцевать? Да. Нет, она на улицу собиралась гулять. Нет, танцевать. Нет. Танцевать? А с кем она собиралась танцевать? С Джорджем. Она с ним не танцевала. С Джорджем? Она собиралась гулять. А Джордж что, умеет танцевать? Он не умеет, а она нам же на улицу погулять. В маминой шляпе и в мамином платье? Да, погулять. Все, хватит. Хватит? Да, хватит классного. Так, а дальше какие? Ну, делай зеленый. Он не фига. Зеленый, как Алиса по-английски? Green. Green. А, Алиса сказала все-таки нам слово по-английски, да? А синий как? Blue. Blue. А красный как? Red. А коричневый как? Blue. А белый как? White. А желтый? Yellow. А черный? Black. А серый? Grey. А розовый? Алиса? Тоже не знаю. Как это? Твой любимый цвет розовый? Пинк. Нет. Что? Что нет? Не надо забивать мои. Да, Егор у тебя не забирает. Как у меня тут. Ну-ка посмотрите, как у Алисы получилось. Да, отклеить. На что? Давайте на что? Давай. Давай коричневую дорожку клей. Егор, переверни, чтобы с ее стороны была дорожка коричневая. Так, где? Вот так вот. Да. Это дерево. А, это дерево. Алиса, делай дерево, да? Да. Из коричневых. Квадратиков. Так, молодец. Они не блестящие. Они не блестящие, а какие? Только другие блестящие. Только другие блестящие? Ну правильно, дерево же не может быть блестящим, да? Да. Только синий блестящий. Только синий блестящий, да. Это там цветочек. Это классный прикол. А это сумочка, что ли, синяя, желтая, желтенькая, да, у свинки? Нет. А что это такое? Это дерево. Нет, а вот где синие квадратики ты клеила, это что? Мячик. А, это мячик такой надувной резиновый, да? Да, на котором она прыгает. Да, которая она прыгает. Свинка умеет прыгать? На мячике. На мячике. А я думал, она только по лужам умеет прыгать. Нет,
еще прыгать по лужам и прыгать. Просто на мячике. А что ей больше нравится? По лужам прыгать или на мячике? По лужам. По лужам? Да. Да? Да. Потому что она свинка, наверное, да? Да. Свинки все любят по лужам прыгать. Так, что ж мне теперь вот сделать? Пожалуй, зеленый звук. Так вот, и сразу бабахивают такие вот квадратики. Для чего эти квадратики? А, ну они же маленькие. Да, вот так ба-ба-ба-ба-ба. Так, у Алисы уже дерево доделывает, а Егор что-то сидит, ничего не делает. Я сейчас с ними играю. Алисе нравится делать свинку Пеппу? Аппликацию? Да. Да? Аппликация для детей, да? Да. От 3 лет. От 3 лет, да? Угу. Да. Аппликация из серии «Мозаика», «Умная мозаика» для детей от 3 лет. Да, Алиса? Да. А как называется эта аппликация? Как? Что это такое? Что за хрюканье? Это свинка Пеппа. А, это свинка Пеппа так аппликация называется? Здорово. Ой, у Алисы что-то там склеилось все. Да? Алиса, не получается, что ли, отклеивать? Ну, бери другую. Там что-то сильно много коричневых положили, да? Лишний получается. У Алисы как-то дерево получилось под откос как-то. Ну, это ветер, потому что на него дует, и дерево наклонилось. Да, Алиса? Так, а Егор что делает? Травку? Что, Алиса, у тебя там застряло? Помочь тебе? Нет, у меня уже получается. Уже получается? Да, ну, здорово. О, все. Почему все? Вон еще смотри сколько. Где? По краю. Егор, покажи, где золотистые еще недоделанные. Вон, видишь еще? Ну, свинка Пеппа будет довольна, да? Да. У нее такая красивая получилась полянка с таким красивым деревом, с солнышком и с мячиком с резиновым. Она сейчас будет прыгать, с да? С бусами. С бусами, да? Ей повезло. Повезло свинке? Так, Алиса уже заканчивает мячик собирать, да? Да, кто быстрее? Я доделаю дерево. Не торопи, она, видишь, аккуратненько делает. Я тоже аккуратно делаю, но и быстро. Ну, ты это умеешь быстренько делать, а у нее, видишь, она пальчиками зацепляет эти пленочки. Ой, упала. Она даже одну не успеет наклеить, как все сделаю. Молодец, Алиса, старается хорошо делать свинку Пеппу, да? Почему? Я тоже стараюсь. Ну, ты-то понятно, что стараешься, ты-то умеешь. Все. А если сделать только 2, я уже все. Да, все. Молодец. Так, вот эти вот еще кубики. Я пока сделаю кусочки. Ай, он за меня забрал. Он у тебя забрал? Ну так ты же делаешь другим цветом. А зачем ты у него забрала? А кто будет делать это зеленым цветом? Я. Ты? Ну пускай тебе Егор помогает. Нет. Ты сама не успеешь. Нет, это за мое. Вот ты вон квадратики зеленые будешь клеить. Нет, я не хочу. Ну как это ты не хочешь? Я уже устала. Ты уже устала? Да. Ну так сейчас сделаешь и будешь отдыхать. Я, кстати, тоже уже устала. Так уже вы заканчиваете делать. Понятно, что такую аппликацию большую, сколько там? Ай, несколько, я тоже одну упала. Несколько десятков этих липучек нужно наклеить, чтобы получилась красивая картинка. У меня закончился мячик. Так, мячик уже Алиса сделала. А вон у тебя квадратики зелененькие, я квадратики. Хочу. Ну, Егор, клей тогда квадратики, а она пускай кругляшочки. Нет, кругляшки интересней. Я хочу тоже наклеить. Ура, пока она там одну сделает, я уже весь кусок уже сделала, пока она там одну. Свинка уже сейчас захрюкает от радости, да? Да. Алиса, как свинка хрюкает? Здорово. А куда свинка на мячике-то идет, прыгает? В гости идет? Да. А к кому она в гости идет?
К Ребекке? К маме и к папе в гости. К маме и к папе в гости? Да. Так она же живет с мамой и с папой. Нет, они гости. Так, в гости? Алиса делает. Ася успела прилепить только одну, как я уже весь куст ну, сделала. Ну, молодец. А где кружочки? А вон еще кружочки. Где? Вот, вот рядом с Егором. Вот один остался. Лепи, лепи быстрей. Вот, сюда лепи быстрей. А вот сюда тогда прилепи. Вот сюда еще прилепи. Вот сюда, да, рядом. Ой, молодец. Все, теперь квадратики лепите. Теперь остались одни квадратики зеленые. У кого квадратики? У меня. У Алисы. Я хочу закончить кружочки. А кружочки-то уже все закончили. Кружочки уже все. В окружении! Егор у нас куда-то исчез. В окружении! Так, теперь только квадратики зеленые. Так, а где зеленые? Нет! Что нет? Вот сколько квадратиков зеленых. Держи. Нет, вот эти красивее квадратики. Так они одинаковые. Ну, для меня и Алисы они красивее. Ну, Алиса, молодец. Один шкрешник. Алиса, походу, опять успеет одну наклейку, как я уже все сделала. Так и должно быть. Да? Алиса же маленькая у нас еще и девочка, делает, да? Как черепашка. Алиса маленькая у нас девочка или большая уже? Она большая немножко. Немножко да. Большая? Да. Алиса у нас маленькая черепашка, да? Да, немножко большая. Алиса у нас уже немножко большая. Нет, чуть-чуть большая, самая огромная. Чуть-чуть большая, самая огромная? Да. Ну здорово Алиса придумала. Немножко большая, чуть-чуть большая, самая огромная, да? Да. Алиса у нас... Самая большая черепашка. Нет, самая мамина, как я, огромная. Ты да. самая мамина? Да. Да, ты большая самая мамина. Большая самая мамина? Большая мамина, огромная черепашка. Ну здорово, прикольно получается у Алисы рассказывать, какая Алиса, да? Маленькая, огромная. Нет, большая самая огромная. Большая самая огромная. А Егор у нас маленький или большой? Большой. Большой, ты что-то уже путаешь, Алиса. А, Алиса, Егор большой или маленький? Большой. Большой? Да. Я больше тебя. Я тоже самая огромная. Ты тоже самая огромная? Да, чем мама. Чем мама? Да. На весь дом. На весь дом? Да. Ну-ка покажи на весь дом, это как? Вот так? Да. А у нас супер-пупер-мега-мега-мега еще... Когда я смотрела мультик Кати, у Кати было 2 годика, и 3 годика. Да? А Алисы сколько сейчас годиков? 3. 3 годика Алисе, да? Да, как у Кати было 3 годика. Угу. Да. Давай последнюю. Ой, кто ж быстрее? Я. Последнюю. Так, Алиса, клей. Егор, дай уступи Алисе, пускай она приклеит последнюю. Все. Алиса последнюю приклеила. Пока Егор там это клево щелкал, Алиса приклеила последнюю. Так, Егор. Все, Алиса, приклеивай. Вот так. А ты, Егор, рядом куда-нибудь приклей. И не надо Алису обижать. Она у нас маленькая, да? Нет, самая большая. Ты самая большая? Да. А самые большие не платят. А я себе сделаю украшение на лицо. Ну давайте, показывайте, что у вас получилось, какая картинка. А я себе... Ой, у Алисы все лицо в блестяшках. Вот какая замечательная получилась картинка. Аппликация «Умная мозаика» «Свинка Пеппа» для детей, да? Для малышей аппликация. А Алиса себе на щеку наклеила, да? Егор наклеил. Ну что, всем говорим пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора и ставьте палец вверх. Не забудьте ставить комментарии. Я вас люблю. И Алиса вас любит и дарит вам сердечко. Да, оставляйте комментарии, лайки. Подкрутите, какая я же знаю.